Ну что, мы переходим к следующему матчу, и тут выходит супергерой, суперчеловек, супер не знаю кто, просто супер, это супер Тато. Второй матч этого борца в независимой федерации рестлинга. В своем дебютном матче он благодаря Ксении Майер смог одолеть Михаила Вахнеева. А сейчас он дерется за титул чемпиона независимой федерации рестлинга против Ивана Маркова Локомотива. Мы напомним, как этот матч был назначен. Локомотив пришел к Ксении Майер и захотел надрать задницу Илье Малкину. Но Ксения почему-то решила, что Локомотив не должен драться с Ильей Малкиным, и назначил ему чемпионский матч против Супер Тато. Ну, мы не знаем, к чему это все приведет. И давайте посмотрим. Выходит Иван Марков Локомотив, король хардкора и чемпион независимой федерации рестлинга. Ну а я, в свою очередь, в очередной раз напомню, что вы смотрите специальное шоу независимой федерации рестлинга в Лужниках на празднике спорта Moscow City Games, который любезно для всех москвичей и гостей столицы устроил комитет по спорту города Москвы. Да, спасибо, коллега, что напомнили. И Лока поднимает над собой пояс, тем самым показывает, что он настоящий чемпион. И я не знаю, что сейчас ожидает Супер Тато. Я не знаю, какая суперсила должна там включиться. Ну, просто Халк, наверное, должен сейчас перед нами вырасти. Коллега, вы заметили, как демонстративно Локомотив не дал возможности Тато даже дотронуться до этого чемпионского пояса? Ну, Тато до пояса, как до Китая, раком. Но это не нам судить. Да, единственное, что... Посмотрите, да, демонстрируют свои супермускулы. Ну, вы знаете, вот по вот такому поведению Ивана Маркова могу сказать, что он так же, как и Михаил Вахнеев на прошлом чемпионате, не воспринимает этого человека всерьез. Посмотрите, первая атака Тато, и, конечно же, он натыкается на могучее плечо Ивана Маркова. И Локомотив не знает, что делать. Ну, прошелся по нему. Что вообще происходит? Не понимает Локомотив, что происходит. Он вообще не замечает, что он против кого-то дерется. Посмотрите, Супер Тато все равно включается. И Сикури промах. Бэкдроп встает на ноги и запрыгивает. Бульдог, неужели? Нет, вы посмотрите, это вот это да. Бомба! Закрута! Вы смотрите! 360 градусов! Мне кажется, показалось немножечко побольше. Два, да, всего лишь. Такая неужели Тато держится? Такая бомба вокруг света, это можно назвать. Да, Локомотив ни чуточки не жалеет нашего супергероя. Ну, посмотрите, суперсила! Потихонечку к Тато начинает приходить его суперсила! Ну, понятно, что эти удары для Локомотива как слону дробиной. Посмотрите, Лока просто с легкостью стреляет. Армдрак! Армдрак! Второе мимо. Да, второй раз уже не получилось. Ступня мамонта. Ничего себе. Сейчас супер нос Тато просто мог влепиться в его лицо. И о, смотрите, Локомотив уже аплодирует стойкости супер Тато. А аплодисменты Локомотива, дорогие друзья, многого стоит. Уже две минуты держится против чемпиона, да, рестлеров федерации. Посмотрите, медвежьи объятия. Я думаю, если бы это был матч без всяких правил, такой хардкорчик бы добротный, я думаю, матч бы закончился минуте на первой. Вы знаете, если я во многих матчах видел медвежьи объятия, и они не особо напоминали их, то вот это медвежье объятие именно реально напоминает медвежье объятие. И посмотрите, Супер Тато реверсирует. Банзай дроп мимо. Супер Тато, разбег. Вот это да, шеелом. Сейчас посмотрите, раз. Ну, конечно, даже нет. Ну, там даже раз нет, не нет, было. Ну, нет, ну, раз был, там два не было. Отталкивает Локомотив Супер Тато от себя и добавляет локоть ему локтем. Дропкик. Да, сил уже не осталось у Супер Тато. Прыжок-то был явно не очень высокий. Да, и посмотрите, они меряются супергеройством, можно сказать. Ничего себе! Да! Вот так вот Локомотив пощечиной сводит на нет все попытки Супер Тато. И посмотрите, вертикальный суплекс, нет, он переводит его.
поднимает его над собой. И что же будет? Смотрите, сколько держит. Нет, Супертата спрыгивает. Он пытается запустить Локомотива. И он это делает, неужели? С ума сойти! Какой обидный промах! Прямо в нос! Ногой наотмашь! Она Каренина! Убил! Она Каренина! Это, ребята, убийство! Я не видел никогда еще такой Анны Каренина. Он просто смял Тато. По инерции тот аж вылетел с ринга. Да. Супер Тато не повезло. Не повезло ему. С большой буквы не повезло. Но посмотрите, он все равно находит силы. Даже после Анны Карениной. Запуск Локомотива в железный, ринга. Да, в железный столб. И посмотрите. Куриканрана нет. Локомотив блокирует. Бомба! Бомба на металлическую кромку ринга! Считай, кричит Локомотив судье. Супер Тато не может подняться после такой бомбы. А вот здесь Локомотив показал свое благородство. Так, что смотрите, что происходит. Илья Малкин нападает на Локомотива. Бомба! Бомба! Так, ну понятно, судья останавливает матч. Локомотив выигрывает по дисквалификации. И посмотрите, Илья сооружает какую-то конструкцию из стульев. Что же он хочет сделать? Посмотрите, он соединяет два стула и... Что же это будет? Да, конечно, Локомотиву приходит сейчас не сладко. И закидывает на бомбу. И проводит бомбу на вот стулья. Вот это да. Локомотив не может подняться. Малкин забирает его чемпионский пояс. Нет, давайте посмотрим, что он же все-таки сделает с этим поясом. Действительно заберет и поднимает над собой этот пояс. Тем самым показывает, что скоро он станет чемпионом независимой федерации. Уже легально. Так, он оставляет этот пояс. Нет, не украл он пояс. Но для... Повтор! Вот, вот бомба 360 градусов. О, вот этот кик в голову, после которого Тато чуть голова не вылетела к зрителям. И... Бомба на металлическую кромку ринга. Еще раз повтор этой бомбы. Как спина сейчас не сломалась у Супер Тато, я не знаю. Я бы даже сказал, последний путь на эту кромку. Да, но мы переходим ко второй части. И в этой части Супер Тато не просто так ушел с ринга. Ему помог его... Можно сказать, новоиспеченный друг Мика Бандерас. Но их ожидало одно испытание, которое мы увидим с вами совсем скоро.